Нынешняя суббота может стать последней в этом году по-настоящему жарким днем. Температура в Красноярске, а также в центральных и южных районах края поднимется выше 30 градусов. Будет солнечно и сухо. Этим временем обязательно нужно воспользоваться, потому что уже в воскресенье погода резко изменится. Похолодает до плюс 20, подует сильный ветер, начнется гроза, а кое-где возможен даже град. В понедельник ветер немного стихнет, но дожди не прекратятся до середины недели. Во вторник и в среду также временами небольшие дожди. Температуры примерно те же. Ночные от 8 до 10 градусов, максимальная днем 20-22. И начиная с четверга мы ожидаем, что в городе осадки прекратятся, и температура воздуха несколько повысится, днем до 24. Таким жары не ожидается, но умеренное тепло 20-25 сохранится.